иди ко мне, иди хорошо. Четырехлетнему коту Жоре сегодня пришлось пережить не только вакцинацию, но и кастрацию. Эти процедуры проводились во дворе жилого дома. Так что хозяину кота, Егору Меньшикову, не пришлось ехать в ветеринарную клинику. Специалисты приехали сами на ветмобиле. Есть такие разные чувства. И вроде как опасность, то, что с ним будет дальше. Есть все равно уверенность за него, то, что все нормально с ним будет. После проведенной операции коту Жоре потребуется покой и особый уход. По словам ветеринарных врачей, теперь домашний питомец станет спокойнее и перестанет метить свою территорию. Все, сейчас мы запишем. Ветмобиль не имеет особого оснащения. Операционный стол и инструменты – это все, что нужно ветеринарам для проведения процедур. За стерильность отвечают. Такой мобильный пункт заработал сегодня в Казани с раннего утра. Прививки домашних животных и консультации бесплатны. Особенно важно питомцам пройти вакцинацию от бешенства, говорят ветврачи. Такая процедура проводится раз в год. И сегодня у четвероногих друзей была возможность воспользоваться этим шансом. Бешенство – это смертельная болезнь для кошек, собак, животных и для людей. Люди могут заболеть, если их укусят больные животные. Если людей укусили, им нужно обратиться в больницу за помощью. В этом году в Татарстане было выявлено 2 случая заражения бешенством среди собак. Болезнь, как правило, передается от лис, из-за появления которых в населенных пунктах приходилось объявлять карантин. Камиля Губайдуллина, Максим Малов, телеканал «Эфир».